Здравствуйте. Я отвечаю вам на 10 вопросов, которые нужно ответить для подачи заявки на помощь. Первый вопрос. Что бывало в день, когда в город пришла война? Страх и спух. Второе. Як змінилось ваше життя після 24 лютого? Після 24 февраля ми стали жити ще хуже, ніж жили до війни. Какой был на страшный момент с начала войны? Самое страшное – слышать взрывы и бежать с детьми в бомбоубежище и смотреть, как они испуганно смотрят на тебя. Так. Пятый вопрос. Якщо ви живете на окупованій території, які допомогу ви отримали? Получаю помощь по уходу за дочкой-инвалидом второй группы психрозлад 200 гривен. 2100 гривен. За 100 дней войны в Херсоне нам помогли волонтеры 5 раз продуктами питания. Сколько лет вашим детям и как их зовут? Кристина, дочь, 21 год, инвалид. Анатолий, 18 лет. Виктория, 13 лет. Олег, 10. И Юля, 7 лет. И внучка, 1,5 годика. Чи отримуєте державні пільги? Якщо так, то скільки? Льготы получаю от государства в размере 1050 гривен в месяц. Чи находила до вас якась гуманитарна допомога ЮНІСЕФ «Красный крест»? В ЮНІСЕФ оформила помощь, но так и тишина. «Красный крест» один раз мы получали набор продуктов питания. Где вы живете сейчас? Это бесплатное или арендованное жилье? Мы живем в городе Херсоне. Жилье нам выдало, город выдал за счет того, что мы многодетная семья, в аренду. Чем вы найбільше потребна допомога? Нам нужны деньги на продукты питания, лекарства, памперсы внучки. Ну и, естественно, лекарства, если заболеют дети. Чего наибольше вы боитесь? Я боюсь самое большее за жизнь своих детей. И, наверное, все. Самое страшное – это жизнь своих детей.